Який яркий чемоданчик? Услышал фразу я не так давно на вокзале, когда ехал, на ЖД-вокзале, когда ехал на дачу с колесом. Ехал я на электричке, но для того, чтобы не дождаться там потом маршрутку, не быть привязанным, я взял с собой колесо. И ребенок возраста, ну не знаю, ну лет 6, наверное, может быть меньше, чуть-чуть у своей бабушки, даже не у мамы, у своей бабушки, спросил, показал на этот яркий чемоданчик, имея в виду КС-18L. На что бабушка ответила: нет, это не чемоданчик, це моноколесо. И знаете, я вот что подумал. Я подумал, что если в наше время уже даже пожилые люди знают, что такое моноколесо, не все потеряно. Значит, технология развивается правильно, в нужном направлении и приобщает многих людей к этому правильному решению. Но сегодняшний ролик немного не об этом. Сегодняшний ролик о китайцах. О китайцах, котрим я хочу подякувати за все, що вони роблять для світу, для малечі, в частності. І перш за все, згадуючи своє дитинство, згадуючи ці ігри, ці іграшки, ці хобі, котрими ми всі на вулиці займалися, я провожу паралель і смотрю, що на сьогоднішній день багато дітей, крім телефонів, планшетів, ноутбуків і комп'ютерів, і в частності YouTube, просто перед собою не бачать нічого. Это печально. Печально, потому что сажает зрение, печально, потому что это, в принципе, сажает здоровье без какой-то нагрузки, без активности. И печально, потому что это изо дня в день одно и то же. Вспоминая свое детство, я вспоминаю, чем же мы увлекались, чем же мы занимались, как мы развлекались, как мы и чем мы играли, в принципе. Прежде чем я начну, напишите прямо сейчас, а чем вы увлекались в своем детстве, какие у вас были игры, кроме гаджетов, кроме телефонов и кроме планшетов. Лично у меня, вот я так сходу, да, попытался вспомнить, у меня был некий арбалет, то есть это детство формата, знаете, не пятые какие-то классы, а формата вот первый, там второй класс, когда вроде бы как уже можно самому бегать по улице на тот момент с друзьями и вроде бы как еще не обременен какими-то школьными занятиями. И у меня был какой-то арбалет с какими-то липучками, такой полудетский, с которого я стрелял по соснам, по шишкам, в надежде зачем-то это все дело сбить. Даже скажу, что это были не сосны, это были кедровые шишки. Кедровые шишки, которые мы сбивали. Второе, я думаю, что у каждого это был мяч, футбол, баскетбол, какие-то небольшие потуги, это был скейт, ну и какие-то просто игры из формата, да, там пробежись по сараям, пробежись по гаражам и не провались вовнутрь. Вот. Сейчас дела обстоят абсолютно инакше, и все діти, котрі в такому віці, вони, ну, якщо не всі, взагалі це залежить від батьків. Як батьки, чим батьки, дивлячись на те, чим батьки самі захоплюються, якщо вони полюбляють на вихідних не лежати біля телевізору, а якось проводити більш активно свій час, да, якісь байдарки, якісь сапи, якісь пляжі, можливо, туризм, можливо, якісь велосипедні прогулянки. Це залежить від батьків. І тим самим будуть займатися і діти. Але китайцы молодцы. Китайцы, несмотря на то, что телефон телефоном, планшет планшетом, а компьютер компьютером, они, ставлю им респект, создают новые гаджеты, создают новые
назовем так, ЛПТ. И я думаю, что это полезно. Это гироскутеры, это какие-то моноколеса, это какие-то сегвеи. Что там еще для детей есть? Мы не говорим про те гаджеты, которые гоняют со скоростью 50 км в час. Мы не говорим про 18 колеса. Мы говорим про те колеса, которые подойдут ребенку 5, 6, 7 лет. Для того, чтобы его отвлечь от его телефонов, приложений, игр и YouTube. Перерастет ли это его увлечение в какой-то более экстремальный вид активного времяпрепровождения? Вопрос. Перерастет ли это в то, что, знаете, как кашу, да? Человек ест манную кашу, и у него потом может быть отвращение там, на несколько лет от манной каши, потому что в детстве он переел ее. Перерастет ли отвращение от гироскутера или моноколеса? Ну, честно говоря, не думаю, почему нет. И глядя на реакцию всех детей, которых я встречаю на шляху, там, в парках, на зупынках, на тротуарах, там, десь на набережной, дивлячись на горящі очі кожної дитини, навіть не батьків, а кожної дитини, я гадаю, що кожна з цих, кожна дитина буде тільки рада, якщо її батьки або друзі, або там якийсь дядько навчить цю дитину кататись на моноколесі, можливо, подарує разом з батьками там на Новий рік або ще колись якесь про дуже просте моноколесо або гіроскутер, і ця дитина відкладе свой гаджет і буде хоча б хоч якесь время знаходитися на свіжому воздухі вместе з тими ж родителями, які точно так же, вигулювая ребенка, должны будут выгуливаться и сами на велосипеде или самокате, или в парке просто. Поэтому, если вы согласны со моими мыслями относительно китайцев, если вы согласны с тем, что все, что не делается, все к лучшему, и любой новый гаджет, он не только деградирует наше здоровье и здоровье детей, то не забудьте, сами знаете что, не забудьте дать фидбэк, сами знаете кому. И не забудьте подписаться на «Сами знаете что». С вами был Паша Клымик. До встречи в новых видосах. Всем пока.